Знаешь, а в этом что-то есть. Раньше все было намного лучше. И почему не то, что сейчас? Я думал, это уже давно решенный вопрос. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Нельзя верить всему, что слышишь. Сколько можно повторять одно и то же? Раньше все было гораздо лучше. Как продвигается изготовление доспехов? Дело идет не так быстро, как хотелось бы. Эти пластины почти не... Мне нужно еще не...
Теперь у меня есть все, что нужно для Улумулу. Чужак сильный солдат. Так мне вещи, дорог делать Улумулу. Вот. Чужак нести Улумулу и быть гордый. Дорог теперь спать. Какая странная у тебя штуковина на руке. Кажется, ее сделали орки. Неужели ты взял ее у тех орков, что были рабами на старой шахте? У орков он считается знаком дружбы. Я хочу с ним зайти в город орков.
Очень надеюсь, что орки не трогают тех, кто носит этот предмет. Как дела? Кругом тихо, словно в свободной шахте не осталось живых. Но если Ли не пришлет подкрепление, то эта тишина продлится недолго. Ну а я пока постараюсь расположиться поудобнее. Ну что, ты уже сделал доспехи? Я придумал, как скрепить пластины. У меня получилось. Это значит, что доспехи уже готовы? Да, конечно. Вот они. Они прочнее всех доспехов в нашем лагере. Это сразу видно. Спасибо, я твой должник. А, не беспокойся. Я всегда найду способ взять свое. Покажи, что у тебя есть. Конечно, его злость тут не поможет. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Ты хочешь сказать? Знаешь, а в этом что-то есть. Хочешь сказать? Я не причастен к этому делу. Не это в тайне. Людям лучше это не знать. Может быть, это правда. Об этом слишком много болтают. В подобную переделку.
раньше было все гораздо лучше. Раньше все было гораздо лучше. Сохрани это в тайне. Людям лучше этого не знать. Конечно, его злость тут не поможет. Но здесь нельзя говорить, что попало. Я не буду вмешиваться. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Сохрани это в тайне. Ты хочешь сказать? Я лучше этого не знать. Со мной такого не случится. Это же не мое дело. Нельзя верить всему, что говорят. Здесь это же не мое дело. Попало. В этом деле главное выждать время. А потом видно будет. Возможно. Здесь никому нельзя доверять. Дело не хитрое. Каждый может обмануть. Слишком много болтают. Знаешь, нельзя а в этом что-то есть. Говорят. Сколько можно повторять одно и то же? Давай лучше сменим тему. Же... Здесь конечно, никому нельзя доверять. Не каждый может обмануть. Да, дурное дело не хитро. Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Как можно не понимать этого? Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Это же не мое дело. В этом деле главное... Об этом слишком время. Много болтаешь. Видно будет. А я давно это знал. Не думаю. Уж лучше я посмотрю со стороны. Изменить. Я не причастен к этому делу. Я не раньше имею отношения к этому. Все было гораздо лучше. Мне этого. Уже надоело это слушать. Я не имею отношения к этому делу. Может быть, это правда? Не знать. Мне бы не помешала пара вещей. Конечно, его злость тут не поможет. Конечно, его злость тут не поможет. Сколько можно повторять одно и то же? Это же не мое дело. Ты хочешь сказать... Конечно, раньше его все было хотел не хотел бы попасть в подобную не переделку. То, сейчас. Мне казалось, ты что хочешь эта проблема сказать, давно уже я решена. Посмотрю со стороны. Ты хочешь сказать... Не думаешь, что здесь нельзя можно хоть всему, что-нибудь что изменить? Здесь нельзя ну, говорить, что попало. Тему. Возможно... Об этом слишком много болтают. Как можно не понимать этого? Знаешь, здесь никому нельзя доверять. Есть. Каждый может обмануть. Я не буду вмешиваться. Это же не мое дело. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Это же не мое дело. Конечно, его злость раньше тут не поможет. Раньше все было намного лучше. Я в этом деле главное выждать время. Знаешь, а же, потом об видно этом будет. Что-то есть. В этом все деле время главное выждать тоже. Время. Об этом слишком со мной много болтают. Случится. Со мной такого не случится. Здесь нельзя говорить, что попало. Нельзя верить всему, что говорят. Со мной такого не случится. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Как можно не понимать? Здесь нельзя говорить, что попало. Эту болтовню. Как можно не понимать этого? Сколько можно интересно, повторять одно и то же? Об этом что-то есть. Здесь нельзя говорить.
Нельзя верить всему, что говорят. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком... Знаешь, а в этом что-то есть. Возможно... Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Ты хочешь сказать? Почему нельзя держать язык за зубами? Такое со мной больше не случится. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Больше не хочу слушать эту болтовню. Эх, были времена, когда все было совсем... Давай поговорим о чем-нибудь. Я вот думал, это уже... кому-то. Привет! И в результате попадаешь в неприятности. Не так всегда решение. И бывает. Что ты думаешь о нападении на шахту? Люди Гомеза больше не опасны. Ты много сделал для нас. Нам нужны такие люди, как ты. Спасибо. А теперь мне нужно уходить. Возьми вот это кольцо. Оно сможет защитить тебя в битве. До встречи! Только между нами. Другим не обязательно знать об этом. Не хотел бы я оказаться на его месте. Все время одно и то же. Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Наверное, ты прав. А, я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Наверное, ты прав. Не самое лучшее решение. Скорее всего. Я не имею отношения к этому делу. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили это так же. Это точно не моя проблема. Ты